И привет! Привет, Привет, привет. привет! Да, доброе утро! Как дела у тебя? О, у меня прекрасно, прям, ну прям 8,9 из 10, как у тебя? О, у меня что-то немножко сонно, и какой-то такой неделька, прям, я открываю, как обычно, свой календарик и такой, ну и как бы тяжеловато. Мне кажется, у тебя же должен быть иммунитет, когда в любое время дня и ночи у тебя календарь на месяц вперед. 12 там встреч в день, 20 встреч в день, миллион встреч в день. Слушай, у меня есть очень странное и очень неприятное сравнение, которое, может быть, в прямом эфире лучше не давать. Но так как на нашем аккаунте нет цензуры, я иногда сравниваю нетворкинг с анальным сексом. Что, в общем, он может быть... Ну, хотя ладно, давай не будем уходить в эти дали. Прости, пожалуйста, я вообще... Метафоричность. Да, а ходят слухи, рассказывают, что один крупный российский фонд потерял талантливого сотрудника, который Есть такое. есть такая. Но я поздравляю тебя, прям, может быть, наши пока слушатели не в Спасибо. курсе. Да, ты, может быть, коротко представишься, если там нет никаких секретов, расскажешь вообще, что как у тебя Да, продвигается. конечно. Давай. Представлюсь. Здесь, по-моему, два человека. Если... Потом в записи, потом. Извини, я забыла, что там есть запись. Я Лиза Минаева. Я, когда в детстве я занималась в музыкальном театре, хотела стать актрисой. Вот. Но, короче, не складывалось вообще, у меня ничего не получалось. У меня уже все, с кем я занималась, стали известными, какими-то успешными. А мне даже роль со словами не давали. Я такая, блин, ну ладно, что-то не очень идет. Вот, мне было 15 лет, и я такая, блин, ладно, короче, не получилось с театром, я лучше стану сказочно богатой. Я зачем-то хотела купить многоэтажный многоквартирный дом. У меня прям мечта была, чтобы это был мой личный персональный многоквартирный дом. Ого. Вот. И я провела ресерч в интернете и выяснила, что в IB люди неплохо зарабатывают. И я такая, окей, идем работать в Goldman Sachs. И поступила на экономиста. Вот. А потом просто я прихожу, собственно, учиться на экономиста. Приходят к нам работники Goldman Sachs и говорят, что, ребят, все закончилось. IB больше нет, и мы не хотим вас видеть ни сегодня, ни через месяц, ни через год, вообще никогда. Вот, и пришлось изобретать себе новую профессию. Я изобрела себе VC. Вот, поработала год в VC, еще пока училась. Поняла, что так себе я профессию изобрела, и переизобрела себе профессию в private equity, и пришла работать в РФПИ сразу после выпуска. Вот, поработала, ну, год почти отработала. Это моя самая длинная была работа на одном месте. Вот. И, ну, на самом деле, наверное, поняла, что это тоже не просто, ну... Может быть, это очень наивно, но мне всегда кажется, что я могу больше. Это, мне кажется, очень хорошее, правильное ощущение, которое нас двигает вперед. Наверное, не знаю. И это уже так, знаешь, немножко все смеются постоянно. Типа, а, или за работу опять меняют. Ну да. Ну сколько в этот раз ты проработаешь? 2 месяца? А я честно работаю до того момента, пока у меня не появляется ощущение, что если я сейчас не уйду через дверь, мне придется выйти через окно. Фу. Короче, нет, РФПИ классное место, и я сейчас своему... как это называется, алюмни, кто учится сейчас, заканчивает мой факультет, помогаю немножко написать даже там этот cover letter туда, на стажировку. Потому что для человека, который мечтает именно в инвестициях в таких очень классических развиваться, это идеальное место. Круто. Но расскажи, помимо всей этой инвестиционной истории, у тебя много других проектов, в которых ты сейчас развиваешься и делал, развивалась? Да, ну, в первую очередь, это театр, конечно. Театр, про который я могу рассказывать миллион раз. Но театр сейчас на карантине, то есть у нас ничего не происходит. Мы пытались, честно, по Зуму репетировать, но у меня два актера в деревне, у них все вечно заедает, и мы поняли, что это бесполезно. Вот. Театр называется «No Show».
театр от миллениалов для миллениалов. Мы хотели поставить возрастной ценз 35+, и просто не пускать людей старше, но пока это такая настоятельная рекомендация. Вот. Он появился, скажем так, его предпосылка к нему появилась в марте 2019 года. Первый спектакль появился в декабре 2019 года. И история в том, что хотя я сказала, я 100% никогда больше не приду в театр, так получилось, что я снова в него пришла. Потому что там последние лет 7, наверное, может, 6,5, я пишу. Ну, сначала я писала достаточно такие плохие стихи. Вот, потом, ну, такие, ну, нормальные стихи. А потом я поняла, что, в принципе, можно еще и не стихи писать, а может, даже получше. Mm-hmm. И стала писать еще прозу, вот. И потом я увидела, был open call про перформанс, и я такая, ну, сейчас мы здесь сделаем перформанс. Какой-то очень рандомный он был. Я просто смонтировала несколько своих текстов, взяла какой-то реквизит, все это собрала в какой-то... Наворовала музыки из «Контакта». Вот. И сделала перформанс. Он назывался «Жить так, чтоб шоу». Сложно сказать, про что он был. Про жизнь, наверное. Но... Вот. И что-то так сильно всем понравилось. Я сначала думала, меня все обманывают, наверное. Ну, типа, ну, я же 100% уже не состоялась в этой индустрии, никогда не состоюсь. Я же не буду этим заниматься. Вот. Но там у площадки был куратор, который, ну, так... которому понравилось, что я сделаю, он такой, нет, давай ты будешь резидентом нашей площадки, давай мы сейчас будем делать. И мы полгода что-то делали, ничего не сделали, потому что мы все перессорились, потому что мне кажется, что, конечно, я права, а другим кажется, что они правы там. Вот, и я такая посмотрела, блин, что с моими текстами делаю? Такая, нет, так не пойдет. Вот, и потом вся эта площадка развалилась, а это был сентябрь 2019 года, я думаю, такая, так, подождите, то есть, если сейчас все ломается... У меня остается просто работа, я просто хожу на работу, и все. Нет. И все, и я собрала свой театр. Я, правда, не понимала, что такое собрать свой театр, я думаю, это очень легко. Вот. И за 3 месяца я нашла 2 актеров. Одного нашла в вышке, просто в театре вышки, а второго нашла... У меня подруга продавала тирамису на ярмарке, а я стояла рядом с ней и ныла о том, что мне очень нужен актер. Вот, и рядом проходила женщина, у которой была подруга кастинг-директора. Она услышала, что я ною, что мне нужен актер, и нашла мне актера. Очень классно. Замечательно. Вот, и мы в декабре выпустили премьеру. Там было 120 человек, полный зал. И потом еще 2 раза показали. Как я говорю, что это спектакль... Главное не замерзнуть, все нормально. О том, что такое... о том, что будет, если жить по определениям из Википедии, что такое нежность, как остаться живым и как не замерзнуть. Вот, и мы показали его потом еще 2 раза, и показывали бы еще, если бы не начался карантин, и уже начали делать второй спектакль. Второй спектакль называется «Молись, люби в Фейсбуке». Он о том, как вместо того, чтобы любить друг друга, вместо того, чтобы строить счастливые отношения и вообще как-то соприкасаться с живыми людьми, мы ставим лайки, смотрим так. А он мне лайк в ответ поставил? Не поставил. Значит, мой лайк остался невзаимным. Значит, если я его увижу, я к нему подходить не буду. Такие реалии 2020 года. Слушай, очень интересно, твой опыт с театром, как он вообще совмещался с опытом работы в инвестициях и вообще... А была ли у тебя цель сделать театр вот именно успешным, или ты делала все-таки его больше для себя, для какого-то внутреннего опыта? Поделись немножко. Как совмещалось, тяжко. Просто мои актеры святые люди. Я им говорила, ребят, репетиция в 23. Норм? Они такие, норм. Репетиция там в воскресенье. Норм. А потом за полчаса до репетиции там мне говорят, Лиза, а теперь напишите там термшит. Я такая, ой, ребята, репетиции не будет. Вот, и вот так это все выживало. А в плане для себя, ты знаешь, какая-то амбиция есть, конечно. И амбиция достаточно большая в том плане, что мне очень важно попадать в зал. Мне очень важно, чтобы человек, который у нас купил билет, который пришел, чтобы у него в жизни что-то поменялось от этого.
Может быть, это совсем что-то прям чуть-чуть, но я считаю успешным, то есть когда ни у одного зрителя не осталось такого ощущения, что, блин, что я это посмотрел, лучше бы я сериал посмотрел. Угу. Вот, ну, и да. Мне кажется, что во многом это так работает. Потому что я считаю своей маленькой гордостью такое то, что у нас плачут люди на спектакле. 50% там зала. Вот. И для меня это важно, прям важно. И я надеюсь, что дальше тоже так будет происходить. Потому что, когда это закончится, мы, во-первых, поставим второй, а во-вторых, покажем еще первый. Круто, круто, это очень классно. Слушай, но помимо театра у тебя тоже много разных проектов и бизнес-идей, и мне кажется, да. Мы только с тобой штук 5 их обсуждали, не меньше. Слушай, их сейчас и есть 5, по-моему, всего, если все пересчитать. Да, еще это подкова, которую мы сделали вот на карантине. Я вчера написала тоже небольшую статью на VC. Как бы я просто осознала, что, наверное, когда ты делаешь такой проект, который кому-то там пытаешься помочь, но вот так, положа руку на сердце, ты хочешь, чтобы тебе с этим помогли. У тебя есть у самого какая-то проблема, ты такой думаешь, блин, наверное, не только у меня. Ладно, мне никто не помогает, пойду помогу я. Вот, да, мы сделали центр психологической поддержки волонтерский. То есть такая штука, куда любой человек может прийти обратиться и получить бесплатную индивидуальную консультацию психолога или коуча. И не обязательно, если... Ну, то есть, да, есть там бесплатные центры консультирования кризисного, когда если человек хочет выйти из окна, ему помогут, наверное, может быть, если там будет не занято. Вот. Ну, мы сделали, то есть у нас не кризисный, а именно просто, когда человек чувствует, что он потерялся, что ему как-то очень некомфортно. Потому что просто вот, ну, с этим карантином мы остались очень многие сами с собой. А сами с собой это очень сложно. Потому что... Ну, потому что мы редко, у нас нет такого опыта просто. Того, чтобы мы долго изо дня в день оставались сами с собой и начинали как-то с собой знакомиться, что ли, вообще понимать, а кто я, что я. Вот, а карантин поставил нас в такую необходимость. И из-за этого многим людям стало... Ну, так, и неуверенно, потому что начинаешь много думать, и начинаешь во всем сомневаться. Ты теряешь большую часть контакта. И очень часто люди, с которыми ты общаешься офлайн, допустим, ты с ними онлайн почти перестаешь поддерживать диалог, потому что у вас просто нет вот этого... очень большая часть эмоционального взаимодействия передается именно через офлайн. Вот. И люди начинают теряться. Особенно, наверное, ну, кто помладше и там помоложе, потому что те, кто постарше, у них там уже иммунитет, мне кажется, ко всякого рода проблемам таким, которые там, не знаю, мой папа скажет, что у тебя проблема, ну что ты, телевизор включи, какие у тебя проблемы. Тоже мне проблемы придумал. Сиди дома и радуйся. Слушай, я недавно с кем-то обсуждал реально статистику, что наибольшую тревогу и стресс, одна из самых значимых аудиторий, это как раз вот подростки, школьники, те, кто, кому там 18-20 лет, а чего-то, ну то есть понятное дело, что там есть кто потерял работу, там есть разные группы тревожных и депрессующих людей. Но и что реально большая категория, это вот именно молодые ребята. Из-за того, что я, ну, как бы, я предположил, потому что они более связаны с медиа, где, как бы, все это муссируется, и, как бы, это их больше, может быть, задевает. Но вот твоя идея про социальные связи, которые у них разрушаются из-за того, что, как бы, в офлайне не пообщаешься, тоже, мне кажется, актуально, что, может быть, это вот два каких-то тренда, из-за которых, ну, у молодых ребят возникла такая серьезная, возможно, психологическая проблема, не знаю, если можно ее так назвать. Да, просто мне кажется, что дело во многом в том, что там поколение наших родителей, они пережили 90-е, вот, и у них 90-е у многих там кучу травму оставило, условно, и это травма вопроса безопасности. То есть там люди боролись за свою просто безопасность и за выживание. А там мы, как поколение, вот там, я не знаю, 18-25 или там 18-30 даже, наверное, можно сказать, у нас, ну, почти у всех никогда не было каких-то серьезных угроз физических, когда у нас был бы вопрос выживания. И, соответственно, просто там по той же пирамиде Маслоу у нас другие проблемы, человек не может жить без проблем. Это же проблема исключить там эмоционально самоосознание. Вот, я думаю, в этом во многом дело.
Слушай, да, наверное, makes sense. Мне кажется, что у меня был кризис в бизнесе там, в каком-то 2012 году, я после помню. Которого мне все кризисы, знаешь, типа, с юмором я отношусь к ним. Слушай, да, это интересная идея. А насколько вообще это сейчас большой проект, небольшой подкова? Ты знаешь, много волонтеров, 60 человек волонтеров. Примерно 50% это специалисты, там вот, психологи, коучи. И 50% это те, кто помогает все делать, копирайтеры, сайт, дизайнеры, SMM и так далее. Вот. А именно люди, которые обращаются, их пока что не так много. Все очень пугаются. То есть, для меня это реально челлендж, потому что все говорят, типа, в смысле бесплатно. Нет, так не может быть. Типа, и просто, то есть, людей как-то очень настораживает просто сам подход. Что, типа, а почему это бесплатно? А зачем вы это делаете? А зачем психолог будет со мной работать бесплатно? А зачем ты это делаешь? Вот, это реально челлендж через вот это вот как-то донести, что просто, ну, мы делаем потому, что можем. То есть у нас большая команда именно потому, что каждый делает чуть-чуть. То есть мы же все понимаем, что там у каждого своя работа, своя жизнь, все что угодно. Но там человек, понимаешь, что он может потратить 2 часа в неделю. И вот у него есть какая-то функция конкретная, которую он делает, и он тратит эти 2 часа в неделю. Или там психолог может провести 2 консультации в неделю. Но когда это там 30 психологов, это уже там 60 часов в неделю. Вот, Да, говорят, что какой-то звук. Я, если честно, звука не слышу. Я тоже не слышу. Странно. Напишите, если кто-то еще слышит звук, может быть, мы попробуем переключиться. Вот. И как бы за счет этого оно все и как-то работает. На самом деле, для меня такое удивление было, что столько людей сказали, да, мы тоже хотим, мы тоже можем. И столько именно, там не просто каких-то рандомных людей, а талантливых, классных, умных людей, которые, там, благодаря которым все это раз и сделалось. Ага. Да, слушай, говорят, что может быть браслет. Точно. Что-то немножко звенит, когда ты рукой, наверное, двигаешь. У меня нет браслета. Ну вот, когда ты двигаешь телефон или делаешь жестикулятор, ага, что-то... Ага, я поняла. Есть. Поэтому это может быть... Да, надо не двигать. Рукой или телефоном. Да, спасибо. Слушай, а я знаешь, что подумал? И вот мы с Олей Китайной, с Псиальтис тоже это обсуждали, что она действительно говорит, что когда люди не платят, нету ценности. А ты не думала, все-таки это просто идея вслух, что надо что-то у людей брать? Я имею в виду не деньги, а, допустим, их время, чтобы они тоже коммитились на какую-то волонтерскую работу, например. И делать какие-то, ну, движения, действия в сторону того, чтобы они тоже начинали чем-то заниматься. Потому что, мне кажется, у многих людей вот эта депрессия начинается от того, что, ну, как бы у них пропала работа или нет дел, или они не заняты. А все-таки, мне кажется, самый крутой способ вырваться из какого-то сложного состояния – это запустить какую-то деятельность. Вот ты не думала в этом направлении или что ты думаешь по этому поводу? Нет, честно, вообще в это не думала. И мне кажется, что... Ну, не знаю, мне это совершенно не приходило в голову. Сейчас ты говоришь, что типа, ты зачем? Ну, в том плане, что мне кажется, это как раз важно, что ты пришел и тебе что-то дали просто так. Это очень нетипично для нашего мира. И во многом это показывает, что так тоже можно. И для меня это тоже важно, что это такой альтернативный немножко вообще взгляд и подход к тому, как может быть выстроено взаимодействие между тобой и миром. Что мир и к тебе тоже вот так может относиться. Слушай, мне кажется, а ты знакома с Анваром? Он где-то вот там вокруг моем комьюнити вокруг крутился. Из Казани. Наверное, не из Казани. Он занимает... нет, знаю, да, знаю. Да, вот он как раз же делает сообщество про подари ближнему какие-то свои вещи. Вот именно про этого подарки. Не знаю. Да, у него одно из самых больших сообществ в России было про подарки. Про именно вот когда люди отдают свои вещи, и он один из проектов он предлагал внутри компании запустить чат-бота, где люди могли бы тоже друг другу вещи дарить. Блин, я не знала, что он этим занимается. Давай, отлично, я тебя тоже с ним познакомлю.
Тут разные комментарии пишут. Лена, например, что бесплатное не ценится. Слушайте, ну вот мы, в принципе, этот коммент дали Лизе, и мне кажется, что... извиняюсь, что она очень хорошо ответила, что у нее есть, что у тебя есть идеология, да, я так понимаю, которую ты Да. хочешь донести до людей, что это часть как раз вот этого продукта, да, так, то есть что бесплатно это именно то, что создает в том числе мотивацию людей делиться, и если правильно это донести до аудитории, то и к тебе придут люди. Правильно я понимаю, да? Да, да, это про то, что так тоже можно. Угу. Человеку что-то... Это знаешь, как с работой, условно говоря, когда ты работаешь чисто исполнителем, и тебе говорят, что вот такая задача, вот твоя задача здесь синие скрепки вставить. Ну, ты вставляешь эти скрепки, и ты просто исполнитель. А когда тебе говорят, что вот нужно нам организовать бумаги, придумать, как это сделать, человек начинает чувствовать себя создателем этого процесса. И он это делает в 1000 раз ответственнее, в 1000 раз осознаннее. И здесь точно так же, когда ты приходишь, и тебе просто помогают, ты такой, ого, а может быть, я тоже так могу? Ну так, мне так, когда мы это придумывали, у меня была такая мысль, что то есть человек знает, ого, так тоже можно, это я тоже могу кому-то помочь. Да, Может быть, вообще ну, в другой сфере. Мне кажется, ты сейчас просто берешь определение моего нетворкинга, когда люди просто приходят, помогают, а потом такие, а что, так можно было, что люди просто так помогают? У меня вчера была консультация с девочками, общался недавно, в сообщество вступили мое. И я им говорю, вот вам могут прийти эксперты, рассказать, вот как работает ваш бизнес, агентский и так далее. И они говорят, а что, так можно было? А что, вот можно к людям обратиться, и они просто расскажут. Я такой, ну вот мы сейчас вам сделаем там 3-4 консультации, экспертных звонка, и у вас появится впечатление, что так можно. И я прекрасно, конечно, понимаю, что это, ну, для тех, ну, у кого низкая база, это просто взрыв мозга, и у них как бы случаются Да. какие-то трансформации в жизни. Это очень круто, я поддерживаю такую идею. А Лена спрашивает про... Да, про результаты и это бесплатно. Да, ну, у нас есть несколько отзывов от людей, которые уже поработали и которые уже как-то переосознали, и это очень хорошие отзывы. То есть у них был конкретный запрос, конкретная проблема, и она у них решилась. Вот, я, наверное, не могу это переозвучить все, потому что это личное людей. Вот, но, то есть... Я считаю это результативным. Я считаю, что это результат. Дальше посмотрим, как оно будет. Окей, окей. Но я думаю, что если у тебя там 60 специалистов, это вопрос времени, когда эта штука, да. Ну, ты правильно ее раскрутишь в хорошем смысле, и когда да. она поедет. Ну, так же, вот, как и в нашем комьюнити, там, когда мы 100 человек перевалили, она начала само как будто бы жить без даже моего большого личного участия. Я думаю, что у тебя там тоже будут какие-то майлстоуны, по которым ты двинешься вперед. Я думаю, да. Слушай, а помимо подковы, у тебя есть какой-то еще стартап, я правильно Да, понимаю? да. Сейчас будет очень смешно. На самом деле, дело в том, что когда в начале карантина вы с Дашей делали вот этот вот вебинар про нетворкинг онлайн-нетворк? онлайн, Да. онлайн-нетворкинг, ты собрал всех в чатике, все начали писать, что они делают. И у всех был стартап. А я вот, ну я такой человек, вот живущий по принципу, а все из окна пойдут прыгать, ты тоже пойдешь, я тоже пойду. Я, значит, неправильно, так не должно быть. Ну вот у меня так, я так работаю, я так устроена. Я такая, блин, мне тоже нужен стартап. Вот, и сначала я начала делать вообще одну историю, я начала делать, реализовывать MVP через Telegram-бота. Я хотела очень сделать приложение для тех, кому грустно и хочется с кем-то поговорить. Это предполагалось так, что у тебя грустно, ты заходишь, он задает тебе 3 вопроса. Он спрашивает, какой ты сейчас фрукт, какой ты сейчас звук, какой ты сейчас животное. Он тестирует твой вайб и мэчит тебя с человеком, у которого сейчас такой же вайб. И перед тем, как вас свести в анонимном чате, абсолютно анонимном, он говорит, что, мол, сейчас я тебя соединю с человеком, ему тоже грустно. Попробуй у него узнать, что у него случилось, поддержи его немножко, он тоже тебя поддержит, и вам обоим станет немножко получше. Еще там встроенные есть милые стикеры, мемы и анекдоты. Вот. И мы сделали MVP этого через бота, но пока что я не могу... То есть я подтвердила ту гипотезу, что такие чаты работают, что люди в них общаются, причем 1,5 часа, 2 часа, абсолютно незнакомые люди, абсолютно анонимном чате.
Вот, и так можно, то есть потенциально так можно. И дальше я хотела проверить, а будут ли люди за это платить? Вот, но я не могу договориться с Яндекс.Кассой. Ну, почему? Ну, потому что то ли они против Телеграма, что-то имеют, а бот в Телеграме, и просто заблокировала меня служба безопасности без объяснений. Вот, и мы сейчас пытаемся просто придумать какой-то другой путь. Вот, и пока мы там, я с этим ботом занималась, появилась другая история, которая, ну, по сути, просто моя подруга сказала, что я собираюсь сделать вот такую вещь. Я такая, блин, круто. И оно называется You and You. И если так, in one word, то это про то, что на самом деле все, что тебе нужно, оно уже есть в тебе. И про то, что все, что вся помощь, которая тебе, как кажется, нужна, ты на самом деле всегда можешь помочь себе сам. И знаешь, в каком-то смысле это продолжение и подковы, и моего спектакля, который называется «Все нормально», потому что так, если говорить в одном предложении, то это про то, что расслабься, с тобой все в порядке. Скорее всего, это будет приложение с очень простой, понятной медитацией, которая предложена не как медитация, что медитируйте, пока не умедитируетесь, а как один из альтернативных инструментов для того, чтобы с самим собой жить хорошо. Вот, наверное, такая история. И потому что очень... Я не знаю, сколько там, мне кажется, чуть ли там не 19 из 20 людей, может, 29 из 30, регулярно пытаются понять, что с ними не так. Они пытаются найти в себе что-то, что не так, как у соседей, что не так, как у каких-то людей, что не так, как в Инстаграме. А мы хотим сказать, что типа stop it. С каждым из нас на 100% все хорошо, все в порядке. И ты хочешь делать это через приложение, через какую-то медитацию, да, правильно? Да, мы хотим это делать через приложение, через... ну, там, скорее всего, это будет... оно будет точно с музыкой, оно будет делаться с 3D-звуком, который создает человеку максимально там глубокое погружение. Вот, а дальше разные, то есть и с голосом, и без голоса. Но чтобы это было максимально просто, максимально понятно, и чтобы было понятно, как через эту медитацию, то есть, типа, ты помедитировал, and what? Чтобы было понятно, как ты можешь свои какие-то состояния через эту медитацию прорабатывать и отпускать, или облегчать. Интересно. Слушай, но мне кажется, конечно, рынок сейчас вот этих... Ну, если смотреть на это как венчурный капиталист, да, что рынок приложений по медитации сейчас такой достаточно крауди, там много разных стартапов. У каждого, мне кажется, в голове какая-то правильная миссия, потому что, ну, вряд ли туда приходит много людей со стороны, которые просто денег хотят заработать. Много других сфер, где как бы можно это сделать. И интересно будет посмотреть, что у вас в итоге получится. Мне кажется, mental health сейчас очень актуально. И мне кажется, много венчурных фондов сейчас запрос имеет в этой сфере. Вот, так что, как будет дек? Хорошо. Обращайся. Скоро будет, да. Что-то еще хотела добавить. Забыла, ну ладно. А потом мы это хотим перевести в хардвер и сделать VR-капсулу для медитации, где за там 10 или 15 минут ну, там, работая совместно с Институтом мозга, и что это все чисто научно делается, ты можешь вообще перезапуститься так, как будто ты там поспал несколько часов. Круто. А я тебе рассказывал, у меня есть подруги, которые делают... Мы, кстати, с Машей делали эфир недавно. Ты, может быть, видел, они делают... Она VR этот, да. Нет, они делают будку для медитации, для компаний, где, короче, много всяких фишечек, типа вот звука, который персонализируется под тебя... Какие-то тактильные вещи, ты можешь выбирать, что потрогать, и, ну, и такой способ расслабиться, отключиться от какой-то корпоративной суеты для компании. Это, наверное, похоже на... Да. Круто. Что-то в эту сторону, да.
Я так понимаю, что эти многие твои проекты исходят из твоей личной потребности, что ты сама хотела бы, чтобы такое Я было. думаю, да. Знаешь, там, если мою мечту жизни сформулировать в одно предложение, я хочу всех обнять. Просто всех. И, ну, я не могу физически всех обнять. То есть я после спектаклей всегда хожу, обнимаю зрителей. Сколько успею. Потому что 120 я не успею, там 30-40 успею. И вот через все эти проекты, и с этим ботом, и вот эта медитация, и подкол, это такое... Это возможность всех обнять, просто не физически. Слушай, это очень круто. Мне кажется, это очень откликается мне, и если бы я был венчурным инвестором, я бы тебя спонсировал. Ну, оно и должно откликаться, потому что это про людей. Угу. Вот, а еще, что еще я делаю? Еще я вот пишу про членов твоего сообщества интервью. Да, это вообще замечательно. Мне кажется, это отличная вот, идея. И для меня, для самой, это каждый раз какой-то большой инсайт. И это тоже, вот ты правильно говоришь вот эту фразу, она мне очень нравится, так тоже можно? И иногда, когда послушаю там, то есть, ну вот... Я в корне поменяла свое отношение к корпорациям после того, как я писала интервью с Дианой. Хотя, ну, оно еще не вышло, но скоро выйдет. Круто, потому что круто. Для меня, я на корпорации для себя поставила крест. Угу. Что это такие просто вот машины, которые хотят от людей взять все и максимально ничего не дать. А сейчас говорю, блин, ну, оказывается, не только так бывает. Это я да. себе уже лейблинга в голове навешала, а на самом деле нет. Вот, и, ну, я уже даже стала как-то, знаешь, так потихонечку думать, а как бы этот проект мог, может быть, трансформироваться во что-то большее, во что-то такое. Но пока это так, на стадии мыслей. Слушай, это абсолютно нормально, это, мне кажется, у меня также комьюнити рос. Вначале просто я делал то, что более-менее мне нравится, оно генерировало у меня какие-то инсайты, инсайты накапливались, получался контент, и из контента потом начинали появляться какие-то штуки, фичи, позиционирование. Правильная там, ну, не упаковка, но какой-то месседж, который я доношу. Потому что в конечном итоге, мне кажется, мы все сейчас просто, ну, управляем смыслами. И чем смысл сильнее, чем он большим людям откликается, тем лучше бизнес получается, который так же, как вот ты говоришь, делает какой-то импакт. Ну, то есть у тебя задача обнять максимальное количество людей. У меня, наверное, что-то похожее, это оказать какое-то позитивное влияние на человека, так, чтобы у него в жизни что-то такое тоже, небольшой вау-опыт случился. Ну, то есть вот этот же нетворкинг, это классно, когда человек такой закрытый был, а тут у него взрыв происходит социальных контактов. Мне кажется, это очень крутая миссия. И я даже, знаешь, вот думаю, что в нашем комьюнити, я, говоря о том, что мне хочется, в нем были хорошие люди, в первую очередь хочется, чтобы в нем были такие люди, как ты, которые... Я не утверждаю, что у всех у нас получится, но хотя бы каждый из нас выбрал менять мир к лучшему. И не на словах, а конкретными делами. И это очень круто. И вокруг этого хочется построить комьюнити, миссию вообще, что угодно. И в этом плане контент это тоже очень крутой, большой твой вклад. То, что мы делаем, мне кажется, который синергично вообще как-то созвучен в целом друг другу. Мне кажется, это важно, потому что, ну, в плане, что понимаешь, что можешь что-то поменять. У меня вот, ну, там, пока я училась в универе, и пока я работала, я таких людей очень мало встречала. И я скажу больше, я встречала очень мало людей, у которых вообще есть какие-то интересные цели, пусть личные, пусть даже, ну, какие-то интересные. Помимо там просто, ну, какого-то чисто такого материального блага, какой-то вот такой... принятого трека. И в этом плане, то есть, когда я сказала, что я ухожу из РФПИ, мне такие, все, чё? Типа, сейчас же карантин, ты сейчас не найдешь работу. Как ты... Мне позвонила даже бабушка, мне позвонила двоюродная бабушка, мне позвонил папа, мне позвонил... Мне все позвонили, такие, Лиза, ты что, с ума сошла? Это же корпорация, ты можешь там расти, ты можешь там вырасти, развиваться, потому что это привычный трек. Да, да, молодежь сейчас вообще... У меня сестра моя родная, она же закончила РЭШку, я тебе рассказывал, решила да, снимать кино. Да, я помню. А вчера пишет мне, что-то я подумал и, наверное, хочу делать стартап. Я такой, ну, привет. Ну, а как рядом с тобой не начать делать стартап?
Просто еще смешно спрашивают: Паш, с чего начать? И я такой, типа, ты что, прикалываешься? Ты вот пишешь мне, эксперту по нетворкингу, с чего начать делать стартап? Привет, я твой брат. Вот, и даже у меня там многие друзья, кто пошел уже работать в корпорации, и они такие, блин, не нравится. Но, ну, пожалуй, поработаем до старшего ассоциата, 3-4 года. Это хорошая база, потом себя легко продать, ты понимаешь, что у тебя в жизни. Я тоже так хотела, но у меня не получилось. Слушай, ну, точно, это абсолютно, мне кажется, нормально, как вот ты, как про твою эту идею, со мной все в порядке, что да. Все во мне. Как только человек как бы перестает кому-то что-то доказывать, у него случается этот инсайт, и он спокойно начинает заниматься своими делами. Тем более, мне кажется, весь такой вайб сейчас в современном мире, что можно найти свое предназначение, куча кейсов такие, ну, условно, они где-то, может, в Инстаграме лежат и немножко приукрашены, но все равно как бы ты смотришь на них и думаешь, блин, ну, так же можно жить и путешествовать, какие-то собирать для себя ачивки, которые мне нужны, а не кому-то другому. Мне кажется, это очень круто. Не могу не согласиться. Дорогая, нам, наверное, нужно потихонечку закругляться с интервью, хотя мне очень нравится с тобой общаться. Мне кажется, нам надо как-нибудь часовой какой-нибудь сделать эфирчик, подробнее поговорить про приложение, про твой театр. С огромной радостью всегда. Да. Спасибо тебе большое за сегодняшнее утро. Прям, мне кажется, я заходил такой немножко сонный, не на очень хорошей энергии, а после общения с тобой прям настроение поднялось. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Круто. Хорошего тебе дня. Спасибо. На связи. Пока-пока. Пока-пока.